Работа и жизнь в путешествиях для многих это миф, а для нас стиль жизни. Каждый герой этого фильма прошел свой путь и своим примером доказал, что поймать баланс между работой и путешествиями могут все. Мы все вечные ученики в области жизни. Мы осознаем, как важна постоянная работа над собой. И самое главное, как найти способ развиваться, передавая накопленные знания другим людям. И когда мы объединяемся в одно целое в наших стремлениях и сердцах, мы можем начать дарить людям новые эмоции, новые знания и новые возможности. И квест RD2 – это та самая возможность чему-либо научиться, испытать на себе образ жизни успешных людей, прочувствовать их ритм и перенять полезные привычки. Всем привет! Меня зовут Анна Шварцман. Я путешествую, совмещая с работой. Уже 5 месяцев живу на острове Бали. И вот сейчас нахожусь на острове Ламбок, на который я уже очень давно хотела поехать. Наконец-то мое желание осуществилось. Как раз в таких путешествиях идет правильная фокусировка. И открывается вот это понимание, для чего им зарабатывать деньги, для чего они им вообще в принципе нужны, да? Очень мощная и прокачка именно идет тебя в плане личностного роста, в плане работы и совмещения с путешествием. То есть это вот самый, наверное, невероятно интересный формат, когда ты не просто пришел, там учишься, или там не просто приехал и лежишь на пляже. Что это вот такой вот микс, что это такое совмещение. Меня зовут Галина Редькина, я пенсионерка. И вот на пенсии для меня это все как бы впервые. Замечательный проект, который действительно, они меняют судьбы людей. Вот именно реально вот этот проект, он поменял мою жизнь. Поменял мою жизнь в лучшую сторону. Вот благодаря удаленной работе я уже посетила очень много стран. Я нахожусь в окружении единомышленников. Тренинг мне понравился, практичность, и то же самое здесь. То есть Саша, он там не теоретик, ни разочек, он абсолютный практик. И эта практика, она, конечно, прям это того, что мне не хватало, наверное, все эти годы жизни. То есть первая – это обстановка, в которой мы живем, вторая часть – это обратная связь самого Александра, третья часть – это окружение, причем окружение как люди, которые здесь учатся, так и люди, которые нас учат в процессе. Да? То есть, по сути, мы тут друг друга в той или иной степени учим. Кто-то больше, как, например, Александр, который сделал нам мастер-класс по фотографии. Полчаса, а у тебя знания уже просто там на годы использования, причем настолько бесценны, да. Кстати, вот в процессе развлечения и отдыха ты тоже же получаешь работу над собой в любом случае. Ну не просто, это здесь там не всегда только релакс. Здесь вот именно сочетание работы над собой, то, что личностный рост, безусловно, идет, работы над твоим брендом, работы над твоей монетизацией. Ну и плюс еще отдых. Только на гармонии, только на балансе. Thank you.
какие-то свои такие моменты, что я думала, что я не в думках. Не думаю, в следующий раз я уже приду, скажу, что с режимом, скажу, что с показателями, то есть уже с каким-то результатом. Чтобы не быть голословной, я сделаю, но я приду и расскажу, что делать. Я думаю, что каждый человек здесь не случайно оказался, и что вот все очень так хорошо сплотились, и было очень душевно. Сейчас они такие очень приятные, такие благодатные чувства. Ну, очень здорово, на самом деле, очень много я осознала, какие-то моменты уложились, да, в голове. А в профессиональном плане, в плане работы отдела, у меня тоже очень много таких мыслей возникло, что можно делать, что лучше. Личностная память ошкаривает. Ну, классно. Я рада, что все мы здесь, и что у нас сейчас получается 12 человек, и мы когда вернемся, все заряжены, и будем заряжать других тестов. Это генетическая агрессия, будет как солнышко, его лучики. И будем делать его вместе.